Новогодние игрушки – лишь малая часть из коллекции Петроса Очемяна. Экспонаты собирали по всей России. В коллекции есть очень редкие и дорогостоящие экземпляры. Например, дореволюционная тапочка и буденовец. Кстати, его коллекционер приобрел за 75 тысяч рублей. Коллекционные игрушки требуют внимательного ухода. Даже самая маленькая царапина сразу снижает стоимость предмета. Игрушки подвержены к температуре и осыпанию. То есть, если холод или жара, игрушка может осыпаться. И поэтому, если появляется на краске небольшая трещина, коллекционеры пытаются с ним расстаться. Но, естественно, данная игрушка стоит дешевле, чем люксовая. На выставке есть и изделия ручной работы. Мастер Олеся Горячева сначала тоже коллекционировала елочные игрушки, а потом занялась их изготовлением. Работает в техниках золотное шитье и ватная игрушка. Вот ватные игрушки изготавливаю по старинной технологии, которая была раньше, с использованием крахмала, воды и ваты. Вата – это либо окрашенная, либо чисто белая вата, которая уже окрашивается после изготовления. Выставка «История елочных игрушек» открылась в Реутове в рамках акции «Зима в Подмосковье». Продлится до 14 января в музейно-выставочном центре Реутова. Вход свободный. Виктория Волкова, Алексей Золотарев, телеканал Реутов.